Да, я сказал, я выезжаю. Мы сейчас приедем, все обсудим. Все, хорошо. Выезжаю. Саша, идем, я чай заварила. Кать, какой чай? Я тебя кофе просил сделать. Какой? С имбирем, с мелиссой. Кать, я кофе люблю. Расслабься, Саша. Я не напрягался. Расслабься. Сегодня в нашей программе. Как расслабляются мужчины? От чего получают удовольствие женщины? А итак, сегодня среди этих многочисленных вкусно пахнущих баночек был замечен наш легендарный Алексей Прокафьев. И нужно ли отдыхать друг от друга? Если второй супруг об этом даже не догадывается, то хорошо бы, если бы они поделились. Саша! Очередная рабочая неделя позади. Саша! Наконец-то выходной. Саша! Да простят меня, друзья, что я сегодня не в бане. Я сегодня расслабляюсь иначе. Сегодня Александру мы предлагаем процедуру, спа-процедуру, которая называется термоперчатки. После термоперчаток у нас руки становятся эластичными, ухоженными, приятными на ощупь. Сначала мы скрабируем руки. После скрабика мы наносим крем и одеваем термоперчатки. Александр у нас в термоперчатках находится 10-15 минут. Ну, когда же я это должен был это почувствовать, попробовать? Это супер. Это вообще супер. Это очень хорошее питание, это очень хорошее увлажнение. Также мы предлагаем чередовать термоперчатки с парафиновой терапией. Парафиновая терапия дает увлажнение, питание и защиту. Ой, прям это... Нормально. Там жар какой-то у меня там в руках. Женщины, я так понимаю, периодично проделывают такие процедуры, да? Да. Мужчины просто не парятся, руки помыл и все. Ну, не знаю, где Саша бродит. Я буду расслабляться сегодня вот таким способом. У Кати очень сильно повреждены экологией и термическим воздействием волосы. И мы сегодня их напитаем, мы сегодня их реанимируем, насытим белками, протеинами, гиалуроновой кислотой и различными витаминами и минералами. Подберем ей специальный спа-уход и проведем ей, а также сделаем укладку, макияж, в общем, освежим образ. Мы будем использовать специальный бессульфатный эко-шампунь. А также мы будем использовать маску с протеинами, минералами. Это протеиновый коктейль, который насытит и напитает волосы. А также мы прогреем этот продукт на волосах. Он максимально усвоится, придаст блеск и упругость. Все женщины без исключения как можно дольше хотят продлить свою молодость и красоту. Именно поэтому в последнее время все чаще свой выбор мы делаем в пользу органической косметики. Об этом и многом другом в нашем сюжете. Мы уверены, красота должна быть натуральной. А главное, нужно осознанно и ответственно относиться к себе и окружающей среде. Именно поэтому мы прислушиваемся к тем, кто пропагандирует здоровый образ жизни и натуральную косметику. Да и всегда приятно оказаться там, где красиво и уютно, где интересно общаться и где много-много красивых баночек с самыми разными средствами. Покупая органическую косметику, вы можете быть уверены, что каждое косметическое средство минимум на 95% состоит из натуральных компонентов и не содержит консервантов, способных навредить человеку. Превосходные естественные ароматы в органической косметике – это натуральные эфирные масла или смеси масел. Помимо эстетического удовольствия, они благоприятно влияют на нервную систему и поднимают настроение. Основные правила органической косметики – безопасно, нежно, максимально натурально, а значит, подходит нашим детям. Особое внимание мы хотим уделить детской линии. Радует, что большое количество косметических средств создается для наших малышей. То, как мы заботимся о наших детках, когда они рождаются, о питании и безопасности, также мы должны знать, что мы наносим на их кожу. Так как кожа – это самый большой орган у нас, у всех. Детки – это наше все. И здесь мы можем посмотреть даже сертификаты. Смотрите, пожалуйста, вот ИЧЕА, Космос Органик – это международный сертификат. Пожалуйста, и звездочкой вынесено здесь, это значит у нас органика. Благодаря этой информации мы можем быть полностью уверены, что наши дети растут здоровыми, защищенными и счастливыми.
Статистика утверждает, что и мужчины в последнее время стали больше внимания уделять своей внешности, а индустрия красоты выпускает огромное количество средств по уходу за собой. А итак, сегодня среди этих многочисленных вкусно пахнущих баночек был замечен наш легендарный Алексей Прокафьев. Леш, скажи, пожалуйста, что для тебя главное в выборе косметики? Ну, я особо не привередлив. Да-да-да, он на самом деле не привередлив, и ему достаточно самого лучшего. Привлекает всегда, когда в названии косметики фигурирует натурально. Эти ягоды, и сразу представляешь, и хочется как бы вот попробовать это на себе. Но, наверное, сейчас особенно актуально это средство для снятия усталости глаз. Это как раз лифтинг. Лифтинг для кожи вокруг глаз. И ну, для меня очень важно, когда глаза у меня отдыхают. Я, как и русские, все русские люди, есть традиция по выходным или в любой день, когда есть время, в баню. Я приобрел крем-скраб для лица. И здесь, конечно, этот потрясающий эффект имеет. Крем богат всякими витаминами, регенерирует кожу, ну, просто снимает усталость. И потрясающий эффект, просто я уже это испытал на себе и всем рекомендую. Сеть магазинов Organic Shop, территория натуральной косметики, торговый центр Космопорт, улица Дыбенко, 30, вторая галерея. Адрес Тольятти, торговый центр Парк Хаус, первый этаж. Как приятно. Приятнее может быть только он. Сон. 240 часов в месяц мы проводим во сне. Поэтому хочется тратить это время с удовольствием на качественном и уютном постельном белье. Оно должно быть обязательно хлопковым. А вот по плетению ткани разделяются на полотняные и сатиновые. К полотнянам относятся хорошо известные нам Бязь и Ситец. Но в последнее время современные производители готовы представить нам постельное белье более уютного и качественного плетения. Ранфорс – ткань новая, и как все новое, оно привлекает внимание. Используются очень интересные дизайны, наши российские дизайнеры. Ранфорс – ткань, которая изготавливается только из высококачественного египетского хлопка. Отличается она от бязи тем, что нитка перекручена гораздо сильнее. Причем очень сильно перекрученная нить, она позволяет хорошо окрашивать ткань. Такие ткани не покрываются катышками и не выцветают при частых стирках. Они гладкие и шелковистые на ощупь. Перкаль ткань особого плетения. Особого в том плане, что там идет переплетение нити чуть-чуть под уголочком, в отличие от прямоугольного бязи. Плотная ткань, но тем не менее она не будет грубой, как бязь. Желаете поспать на постели в восточном стиле? Пожалуйста. А может и прованс? Или же скандинавский или в этническом стиле? Современное постельное белье представлено разнообразными рисунками, которые могут удовлетворить любой вкус. И отдельная история – это детское постельное белье. Оно представлено, как правило, в бязи. Бязи люксовой, то есть это бязь высшего качества. Очень гладкое, очень мягкое белье для деток. Представлено также в сатиновой коллекции. И детская коллекция еще обязательно есть фланель. Это зимний вариант мягкого теплого белья. Постельное белье также хороший подарок, ведь оно обязательно пригодится. Чаще для таких целей приобретают постель из сатина или сатин-жаккарда. Ну и, конечно же, немаловажно, кто производит такие наборы. Сатин, ну, всем, наверное, известно, что это самое элитная, самая элегантная такая ткань из повседневного постельного белья. Плетение идет, в отличие от бязи, ранфорса и прочих полотняных тканей, четырехниточное, но, соответственно, четыре ниточки они укрепляют белье, оно более износостойкое. При покупке постельного белья обращайте внимание на производителя. Есть просто швейные фабрики, то есть отшивающие постельное белье. Есть фабрики, на которых проходит полный цикл обработки. Обработка сырья, пошив. И такие фабрики, конечно же, они гарантируют качество. Качество пошива, качество самой ткани, качество окрашивания. То есть что очень важно. В магазинах «Славянский базар» постельное белье высокого качества от ведущих российских производителей. Только натуральные ткани, 100% хлопок. «Славянский базар», Минская, 25, Свободы, 77.
Стрижка – это очень важная процедура вообще для здоровья волос. Во-первых, мы убираем поврежденные концы, и плюс мы придаем хорошую эстетику волосам. И очень важный для энергетики человека на кончиках волосах, и это уже доказано, мы очень много носим негативной информации. Поэтому, когда у нас что-то там не происходит, чего мы очень хотим, там, или что-то затормаживается, можно пойти постричься, и процесс пойдет быстрее. А самое удивительное, что после этой процедуры буквально за считанные минуты мои волосы стали такие мягкие, шелковистые, прям настоящие. Последний раз, пожалуй, такими они у меня были в детстве. Уважаемые ladies and gentlemen, да-да, вы не ослышались. Сегодня в нашем сюжете речь пойдет о языке, без знания которого образование не будет завершенным. Его величество – английский язык, язык Уильяма Шекспира и одновременно каждого уважающего себя современного бизнесмена, язык деловых переговоров и европейских политиков. Окей, Галя, are you? Are you water skier? Yes. Окей, Галя, выходит следующее. Другое, покажи, как ныряешь, как ты ныряешь. Нет, я не ныряю, я каяк. Каяк, значит, вот так, значит, вот так. Каяк. Are you kayaking? Yes. Right, very good. Сегодня ни одна бизнес-коммуникация невозможна без обладания ее руководителями классическими основами английского. Даже если в компании предусмотрен переводчик, все равно владелец бизнеса должен как минимум понимать иностранных деловых партнеров. Одна из лучших школ Самарской губернии делает весомый акцент на преподавании английского языка. Учебное расписание каждый день включает в себя урок английского, которому деток обучают с нулевого класса по углубленному образовательному маршруту. Важный момент – до 4 класса родители имеют право присутствовать на уроках английского вместе со своими детками, чтобы иметь представление о процессе обучения. Недавно наша съемочная группа побывала на открытом уроке английского языка, построенном по авторской методике группового обучения. Дети свободно понимают язык, четко и грамотно формулируют ответы, обладая при этом достойнейшим произношением. Возможно, вскоре английский язык будет введен в перечень обязательных предметов единого государственного экзамена, сдать который без достойной подготовки не так просто. Поэтому лучше заранее подумать, как подготовиться к такому нововведению. Ответ существует – выбрать такую школу для своих детей, в которой английский станет для них вторым родным языком. Я побывала сейчас на двух уроках английского языка и такая счастливая. И хочу сказать родителям, которые учат у нас детей или которые захотят учить у нас своих детей, что это было очень интересно. Почему? Потому что наша школа в прошлом году осваивала новую совершенно методику, мною придуманную и воспринятую очень хорошо всеми учителями. Это групповая работа детей по английскому языку, которая улучшает их и английскую, и русскую речь. Школа «Альтернатива» Алла Александровна Иофе. Достойное образование и успешное будущее ваших детей. Телефон 334-43-81. Макияжем мы подчеркнем глаза, их немножко раскроем. Макияж будет достаточно легким, свежим и радостным. Способ расслабиться после тяжелой трудовой недели. И не просто расслабиться, но еще заодно стать красивой и отдохнуть от Саши. Студия красоты «Хальзова Бьюти Лаунж» представляет полный спектр парикмахерских услуг и ногтевого сервиса. Наши мастера всегда в курсе новых тенденций и подберут вам подходящий оттенок волос, сделают стрижку, а также проведут комплексное лечение волос. Вы сможете насладиться приятной атмосферой. У нас всегда вкусный чай и ароматный кофе. Садовая 239, телефон 990-29-85. Значит так, ребят, вы мужики, давайте разбирать по-мужски.
Ну что, пацаны, как обычно? Ну да, как обычно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. В каждой семье свои правила, как расслабляться. Иногда супруги проводят время вместе, но бывает, что и по отдельности. Главное, чтобы при этом комфортно было каждому. В каждой семье есть именно свои правила. То есть если супруг или супруга отпускает другого без тени какого-то сомнения, и это комфортно обоим, то, конечно, почему бы нет? Это не говорят о том, что какие-то там напряжения в семье или еще что-то. Но если один из них, отпуская, будет сидеть и нервничать, то это, скорее всего, вопрос уже другого плана, вопрос доверия. Доска, как женщина. Кладем женщину на песок и ложимся на нее лицом вниз. Далее. Резко отталкиваемся руками и встаем на доску ногами. В любом случае отдыхать друг от друга нужно. Естественно, в начале отношений мужчины и женщины все свое свободное время стараются с радостью проводить вместе. Но это, увы, не навсегда. И поэтому, когда мы слишком много времени находимся друг с другом, действительно есть и усталость отношений, и невостребованность, и то, что мы не можем реализовать свои внутренние какие-то потребности. Иногда просто людям нужно действительно уйти в свою норку, как некоторые говорят, о том, чтобы как-то переоценить, что-то, какие-то внутренние проблемы есть у каждого, и если второй супруг об этом даже не догадывается, то хорошо бы, если бы они поделились. И тогда мужчины предпочитают расслабляться в компании друзей. Рыбалка, охота, спорт, а женщины встречаются с подругами. Правда, порой один из супругов недоволен, что его оставили в выходной день наедине с бытовыми проблемами. Надо выстраивать эти отношения на взаимных договоренностей. То есть если мы договариваемся заранее о том, как и как распределяются обязанности у нас в семье, то потом уже это не вызывает каких-то недовольств. Соколова Елена – психолог, семейный системный терапевт. Индивидуальное и семейное консультирование, коррекция супружеских и родительско-детских отношений. Телефон 990-19-49. Катюша, где мой чай? Какой чай, Саша? Я тебе кофе сделала. Ну как какой? Ты сама сказала. Вот этот с метком, с мелиской, с имбирем. Ну а сейчас рубрика «Заветный конверт», в которой наши внимательные и самые шустрые телезрители получают призы и подарки от наших партнеров. Победителем прошлой программы стала Светлана Кузнецова. К сожалению, она не смогла приехать на съемки программы. Светлана, не отчаивайтесь, приз ждет вас в стенах телерадиокомпании «СКАТ». Вот такое вот замечательное верблюжье одеяло, которое любезно предоставил нам наш партнер, магазин «Славянский базар», который находится по адресам Минская, 25 и Свободы, 77. Светлана, мы вас поздравляем, а отправляем прятать очередной конверт прямо сейчас. А я напоминаю, что вы можете стать участником нашей программы. Дорогие друзья, прямо сейчас бросайте все, одевайтесь и отправляйтесь к загородному парку. Именно здесь мы спрячем очередной конверт с приглашением в нашу программу. У основания левой колонны, если смотреть на вывеску загородного парка. Внимание! Тот, кто найдет этот конверт и позвонит по номеру телефона, который скрыт там, получит подарок и попадет к нам в программу, конечно же. Удачи! Удачи! Одежда ведущей от магазина Еврофэшн. Новая империя, третий этаж. Совсем скоро Новый год. Встретим его вместе. Ведущие с экранов ТВ на вашем новогоднем корпоративе. Это нереально. Это реально. Это реально? Это нереально реально. Звоните прямо сейчас. Хотите свободно дышать носом? Устали от боли в горле? Мечтаете полноценно слышать? Ваш храп всем надоел? В кратчайшие сроки и без госпитализации мы поможем вам. Частная лор-клиника Ленинская, 196. Нужен лор? Поможем всем. 271-01-89. Сашенька, идем, я чай заварила. Кать, какой чай? Я тебе кофе просил сделать. Саш, ну я заговорила. Выпей заговоренный чаек.